Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». У микрофона Мария Кожевникова. Здравствуйте. Дорожный миллиард поделят 70 муниципальных образований. Это дополнительные деньги, которые пойдут на ремонт местных дорог. За них голосовали сами жители. Деньги получат 14 районов и 15 муниципальных округов, 3 городских округа, 29 городских и 9 сельских поселений. Ремонт начнут, когда установится теплая и сухая погода. Дороги, за которые голосовали жители, как поручил губернатор, должны быть отремонтированы в первую очередь. Отмечу, ранее в эфире нашей радиостанции министр транспорта Кировской области Алексей Петряков говорил, что 1 миллиарда не хватит на ремонт участков по всей их протяженности, так как среди победивших есть дороги и в 10, и в 20 километров. Такие участки в этом году начнут ремонтировать, продолжат в следующие годы. Часть Театральной площади отдали центральному рынку под торговлю. Там будут проводить ярмарки. Павильоны расположат на территории между фонтаном и драмтеатром. Все они должны быть оформлены в единой цветовой гамме и из одинаковых материалов, отмечается в постановлении мэрии. Также ярмарка должна быть оборудована урнами и биотуалетами. Работать она будет, судя по документу, в период с 1 марта до конца этого года с 9 до 22 часов. Торговцам будет запрещено продавать на площади алкоголь, пиротехнику, лекарства, драгоценности, продукцию домашнего приготовления и ряд других товаров. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Каждый предприниматель хочет подтверждений того, что движется в правильном направлении. Объективно оценивается это по динамике рентабельности продаж. Что это за показатели? Как на него смотреть? Рассказывает руководитель компании «Бухгалтеры Я» Татьяна Максимчук. Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли получает компания с каждого рубля выручки. За рентабельностью нужно следить постоянно. Если она будет снижаться, у вас, возможно, проблемы с объемами продаж. То есть они падают, вы теряете рынок сбыта. Возможно, ваши затраты растут несоразмерно выручки. Расти должен бизнес и ваша компетентность как предпринимателя. Партнерство с грамотными специалистами сократит ваши затраты на поиск нужных решений. Запишитесь на консультацию в «Бухгалтер и я» по телефону 213-112. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».